Всем привет, с вами Димон на Digital World. И как вы можете снова видеть, это Resident Evil Revelations 2, эпизод 4, метаморфозы, ну или превращение по-другому. Мы продолжаем сбегать из... Чёрт, чего? Убегает какого-то памятника, играя за Мойру и Клэр, и это... Круто! Просто круто, и... Да, кстати, я чуть подвыздоровел. И если что, блин, япона-мать, ролики выкладываются ведь не каждый день, ну, то есть, снимаются не каждый день. То есть, если я в одном ролике болел, да, и, к примеру, а на следующий день выходит ролик, и потом я уже здоров, это не значит, что не записывались каждый день. То есть, к примеру, не могли записываться разницей в неделю или в месяц. Поэтому, пожалуйста, если что, никаких удивлений. Хотя я немного еще подбаливаю, но это мелочи, на самом деле. Но уже не так критически. Да и критически-то особо никогда не было, обычный ОРВИ. Просто с моим иммунитетом это говяно. Не работает, прикиньте. F E. А. А, то есть вот так все так просто, да? Окей. Повезло. Круто! Чё, блядь, ящики для патронов дают? Я в четвёртый эпизод играю, все еще не знаю, что они дают. Вы пиндец, конечно, молодцы, хоть поясняли бы. Начну гуглить просто потом уже, после серии. Не знаю, как выложится серия, как будет записана серия, долгая, недолгая, быстрая, не быстрая, но... Буду надеяться на то, что она будет интересной и... Дымовая бутылка. Охереть. Я вас понял. Дальше куда? Очень нечисто. Блядь. Ты... Мне мозг, пожалуйста. Блять, ебануться просто. Просто ебануться, серьезно. Я, блядь, даже обыскивать не хочу, вот серьезно. Ничего, так мало, что ли, этих блох ебаных. Извините за выражение. Может, не для этого дымовушку и дали? Так, стоп. А вот для чего мне дымовушки. Понятно. Нет, это все, конечно, круто. Ну вот реально, можно как-то мне и без них обойтись. Вот уж этих... Ебаных блох, извините меня за выражение опять. Вот, ну никак не надо. Охуеть просто.
почему именно Клэр? Етить! Ебать! В смысле? Вы, пиздец. Пиздец, ребята, это пиздец. В смысле, ящик? Да вы ебаны. Да не сюда, блядь. Поползли. Сука, поползли. Блядь, это пиздец. Это пиздец, ребята. Это большой пиздец. Что, блядь? В смысле? Блядь! Так, а там ящик? А там я ящик хочу. Подождите. А, ну если так. Дубль два. Второй пиздец. Как я говорил, в детстве полет с парашюта. А, прыжок с парашюта. Нет, ребят, не с парашютом, с парашюта. Я именно раньше говорил, прыжок с парашюта. То есть, я вот настолько был... Я был, ребят, настолько необразованный, что считал, что прыжок с парашютом есть прыжок с парашюта. Да не можем, не можем. Не отдадим. Но это пиздец. Короче, ладно, хер с ним. Блять. Как? Как? Что? Сука, как? Блять, как? Сука, как? Подождите, ребят. Не-не-не-не, давайте вот так. Вот серьезно. Мне нужна эта запчасть. Впервые! Впервые за 4 эпизода. Впервые, ребята, впервые. Я убиваю персонажа специально. Это просто что-то с чем-то. Это полный трэш. Это полнейший трэш, ребята, я не знаю. Если быть честным, я планировал сделать вот этот вот... Вот это видео, эту серию длиной как минимум час. Вот мне захотелось просто изначально. Не хотел им об этом говорить, но считаю, что сказал сейчас это потому что, ну вот реально это видео, вот просто этот видос он, блядь, я не знаю, просто он, по-моему, реально будет длиться очень долго. И без моего, блять, личного, сука, вмешательства. Как? Тихо. Вы ебанулись, граждане, товарищи! Вот вообще ошибаться нельзя, вот.
А, сука! А, ну 2000, ну, блин, ну, ладно, ради этого. Блядь. Это пиздец, ребята. Охуенный аварийный выход, я скажу вам просто. Мне бы хотя бы до точки сохранения дойти, вот, серьезно. До точки сохранения просто, потому что... Ну, так спрыгивай. Типа сюда, бля. Бляшеньки. Бляшеньки, бляхушеньки. Ребятушки, вы серьезно ебанулись? И зачем мне это надо? Блин, да я же... Да вы... Я понятия не имею, зачем мне-то надо, но, походу, мне вот сюда. Наверное. Я, сука, не знаю. По-моему, мне реально сюда. А может и не сюда. А может вот сюда. А, вот сюда, да. Ну, я уже зашлаковал, ребята, уж вы меня простите. Я первый раз играю все-таки, как-никак. Ну как я лох-то такой? Я как мог Е-то с F-то перепутать? Вот ебанутый человек по жизни, вот поверьте. Быстрей. Да быстрее ты. Да быстрее. Эти ребят нам туда, да? Окей, окей. Это... Просто обяз... Блять, я сейчас пересрался, ребят, серьезно. Я вздрогнул сейчас просто. Так поползли. Так... Так поползли. Так она не ползет. Ну, в смысле, ползет, но что-то как-то... Вообще не пиздец, как круто. О, блядь. Это, ребят, просто... Это просто трэш. И чё, блядь? И чё ты мне предлагаешь? И чё? Я как бы и так понял, что надо пройти на другую сторону. Делать чё? А как я должен был догадаться? Мне даже букву не написали изначально, когда я подошел. Это пиздец, я еще должен справиться сейчас. По крайней мере, компьютер за вас делает вот ломание, грубо говоря. Досок этих ёбаных. Так. You can make it, Claire. Hurry! Ага. И чё, я за неё должен делать, что ли? Ебать! 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 Блять, ну я не знаю, это, наверное... Ну и чё, и... Ребят, пиздец, смотрите, вот просто... Вот опять повторяется тот шлак, который повторился... Ой, был... В одном из эпизодов. То есть я не могу двигать эту херабату биф.
Я не знаю почему, но я просто чисто физически не могу это сделать. И по итогу я вот... По идее, надо бы двинуть, вот серьезно. Надо двинуть и... Двинуть и это двинуть, вот серьезно. Вот, ну а я... Как... Жопа, которая... Вот, ну не могу, у меня не двигается. Все, пиздец. Сломалось. Блядь. А... Что, блядь? Я не понял вообще, вот я вроде как зашел и... Блядь, Мойра-то там осталась. Какого хуя, блядь, ребят, я просто не понимаю. Огне опасно, газ просто, не знаю. Вы серьезно, блядь? Ну, я, по крайней мере, теперь более-менее уже знаю, что здесь. То есть, и надеюсь, что я не буду больше шлаковать. Да я понял. Знаю, что там надо, блядь, ящик брать, что-то подставлять, что-то где-то ломать, короче, пробегать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Мойрочка. Мойрочка, тихо. Сука, сука, как же так? Не, ребят, я понимаю, сколько же будет... Падений и всего-всего-всего. Но... В смысле всего-всего, это в смысле падений моих. И смертей, но... Ребят. Это вырезаться ничего не будет. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это... Надеюсь, что Гоша не будет вырезать. И все вот эти вот мои фейлы, все эти неудачи, все эти косяки. Сколько бы они ни длились, вот сколько бы они ни длились, ребята, вот абсолютно сколько бы ни длились. Блин. Сколько бы ни длились, я не хочу, чтобы они вырезались. Ни в коем случае. Будет час падений, ну, час падений, ну, это понятно, что там обрежется. Если в одном месте я зашлакую. Мне надо спрыгивать здесь, вот реально. Я не знаю, как это сделать. Но я должен спрыгнуть. Нахера вот в таком месте, вот реально в таком месте, строить какую-то... Я понимаю, что это башня там... Высшая, там, по безопасности и так далее, и тому подобное. Но, ребята, взрывать, чтобы поставить на ней самоуничтожение, да? грубо говоря. Какое, грубо говоря, так и есть самоуничтожение. Поставить самоуничтожение и поставить башню вот в таком месте с таким запасным выходом, блядь, да... Я не знаю, это просто... Может, на ПСК, кстати, это проще делать, я не знаю. На ПК это трудно. Серьезно, тут надо вообще миллиметражами. Я не буду это сам вырезать или там просить кого-то, чтобы вырезали там. Если Игорь будет отказываться, я его запинаю. Скажу, скотина, не смей вырезать. Потому что, во-первых, я сам резать толком не умею. В смысле, толком не умею, я вообще не умею резать. Вот, то есть... Но... Ребята, это... Видео длится уже... Вот хуево тучу времени, вот серьезно. Я по-другому назвать-то не могу. Ту его хучу времени, понимаете? И мы проходим это уже. Просто я не знаю, вот... Засчиталось ли мне, такому долбоебу, как я... Блять.
У меня просто уже реально руки устали. И самое забавное, у меня программа, понимаете? Я бы подождал, к примеру, да, уже руки устали проходить. А вот, я бы поставил на паузу. Реально поставил на паузу. Передохнул буквально минут, ну, 10. Но программа видеозаписи, она охренительна, но у нее есть гигантский минус. А, кстати, давайте, знаете, что посмотрим? 2500. Блин, у меня так-то 2500. Но если в этом ящике еще что-то есть, вот реально, еще что-то есть, его можно использовать, то почему бы нет? Вот, ну, просто я постараюсь пройти, я не знаю. Если меня реально выморозит, выбесит, я просто дойду. Хотя, скорее всего, так и дойду просто до входа, до того, просто и все. Я помню, взрыв как раз начинается, хотя нет, может, не тогда, когда мы в дверь заходим. Хер его знает, короче, но в ящике, по сути, что-то есть. И если реально так можно на очках этих, скажи. Блять, вот надо, вот как-то здесь, вот надо как-то, знаете, аку сукаратненько сделать. Просто я могу, в принципе, спрыгнуть там. Блять, снесу себе до усрачки хп. Ну это надо спрыгивать так Клэр, наверное. Рисковать. Я попробую сейчас. Если я. Ну реально, я. Просто вдруг очки вот так можно. Может там еще один алмаз лежит, еще на 2000. Блин, я бы просто, вот, знаете, вот, к примеру, вот сейчас скажу. Где же оно? Где же, блядь, что-то такое важное-то было. Погодите. Вот это вроде я хотел открыть. Да, вот это я хотел открыть. Вот это бы открылось, в принципе. Еще 2000 бы дали, так 4500 бы уже было. Было бы шикарно. Плюс вот это. Вообще зашибись. Как бы здесь вообще бы я бы вот, ну, до сюда бы все открыл, то есть до максимума, что можно. Здесь же 15 и 100 тысяч. Ну тут вот это так ни нахрен не надо. Ну это круто, но здесь 15 тысяч. Это тоже неплохо, но при этом дорогостоящее. То есть я прокачал бы, может, остальные навыки там. Не знаю, по сути-то это важно. Че, мой рай должен, что ли? Вот серьезно. Ребят, хотите поржать? Я игру сломал, у меня не спрыгивается. Вот я иду, а оно не идется. Я, короче, делаю, ладно, последние три попытки. За три попытки я не спрыгиваю на эту гребаную. Сука, ебаную просто. Ебаную. Платформу. Я не знаю, они бы взламывались тогда, если тебя, то есть ты взломал, подобрал оттуда вещь, да, к примеру, то есть ты подобрал вещь. То есть было бы что там. Это вот так вот должно здесь выглядеть. Ну слава богу. Да ебать! Я даун просто, я ебанат. Я космонавт просто, понимаете? Блять, да давай ты. Да я в принципе дальше-то знаю, как проходить можно. По крайней мере, до того места, которого прошел. Давайте еще алмаз, давайте. Сука, пусто. Нет, рубин. Это охереть просто, ребят. Здесь реально можно по очкам накрафтиться. Серьезно, вот у меня уже... алмаз подобрал за 2000, теперь уже рубин, ну. Они, значит, получаются рандомно, но при этом полезно.
То есть вы можете вот так заморочиться, кому интересно реально прокачаться. Круто. Реально прокачаться интересно. Ребят, вы это делаете? Вот здесь вот. Это было больно. Это было очень больно. Но по сути, если нам дают дымовухи, ну... Значит, там блоха где-то впереди будет, походу. Блять, да не ты, я... Ай. Я помню, дальше нам вниз. Но по времени мы, ребят, дико не успеваем, на самом деле. Вот дико не успеваем. Потому что нам еще нужно двигать эти херобаты. И вот там-то и зацепкой получается. Я не знаю, где-нибудь здесь будут сохранение делали перед, допустим. Ну вот перед ними как раз. Грубо говоря. А почему, кстати, вот я не могу, например, так сделать? Вернуться? Просто и все как бы. А, здесь же вперед. То есть вот здесь почему нельзя сделать точку сохранения? Вот серьезно, вот здесь вот просто. А, мне же запрыгивать надо, точно, меня же подсаживают. Я вернуться не могу. Блять, ну там двигать надо как-то вот так вот, что ли. Капец как двигать. Почему она вот просто не может, к примеру, ну сама пойти? Реально, почему я на это время должен тратить? Вот. Так, по-быренькому осматриваемся. Нихера не находим, идем дальше, да? Я правильно понял? И там спасение? Спасение наше? Охуен. Охуенненько просто. Точка сохранения, по крайней мере, ребят, но... Заканчивать на этом вообще пиздец как не круто, на самом деле, поэтому... Я-то по-хорошему продолжу, закончил бы уже. Так-то. Но нам надо двигать вперед, мы. Мы, блядь, с вами терминаторы, сука. Мы могём. Мы с вами что-то знаем, что-то умеем. Блядь, и чё, и куда дальше-то? Вы ебанулись, что ли? Вот серьезно, как я должен был добраться? Во-первых, куда? Во-первых, блядь, куда? Вот серьезно. Вниз? Серьезно, блядь? Вы ебанутые. Ребят, у меня времени. Пиздец, как не. Я не знаю, как это сделаю. Вот реально, я не знаю, как это сделаю. Но это надо сделать. Это просто надо на спидране реально бежать и. Не обращать внимания, если даже, не знаю, зимья, комья красного, ну я, блядь. Да, просто даже на них. У меня 2 минуты, просто. Сука, 2 ёбаные минуты.
пизду патроны, короче, ребят. Я не знаю, я сейчас буду просто дико выражаться. А, 2 минуты даются, блядь. Так у меня сохранение было там 30 секунд, по-моему. Вот серьезно. Да насрать мне. Беги, сука, беги. Я вас понял, спасибо за подсказку. Серьезно? Блять, серьезно? Вообще на голову ебанутые, ребят. Да приседай ты. Давай, ты смогешь. Просто мне сейчас некогда на море переключиться. Я бы сейчас с моря побежал, вот реально. Выход! Так, там кат-сцена. Нет. Нет. Ну только... Блядь, это... Мора, значит, реально умерла, что ли? Пиздец. Как? Почему? Можно переключиться? Как? Я не пойду! Я не пойду! Я не пойду! Нет! Как так? Да похеру, что я умер. Так, а если попробовать, к примеру, реально бежать Мойрой? А если по хорошей концовке Мойра должна выжить? Мне сказали, все зависит от откат сцены, конечно, но... И там в жопу патроны, короче. Какого нахуй памятника? Вот, я просто не знаю, ребят. Вот, ну... Я совсем вот не для этого здесь перетерпел это все, вот чтобы ну реально под камнями умереть. Причем, ребят, там есть экстра эпизоды, про которые я вот говорил, да? В одном из них, вот проспойлерю, если кто не знает, в одном из них просто Мойра жива. То есть, ну, вы понимаете, что по идее тогда Мойра должна, получается, выжить здесь. И походу вот, ну, может быть так сделано, я не знаю, что Мойра выживает только если, допустим, здесь ею бежать. Потому что если здесь нужно... Нет! Да ну нет, сука, нет! Блять, давай тогда, я не знаю. Ну, вот так вот сделаем хотя бы. Допустим, сделаем... Вот так. Хотя нет, давайте вот так вот сделаем. И хер с ним. Переключайся, табай. Ну там, ну пожалуйста.
Нет. Нет. Только не так, ну пожалуйста. Может как-то можно переключиться, вот серьезно. Блять, ебаная. А если... Не переключает. А если мне сделать, к примеру... Нет. Блять. Прости, родная. Только пережили. И умереть вот так. И это конец эпизода? За Мойру и Клэр? Вы серьезно? Да у меня и не было всего... Блядь. Охуеть просто. Охуеть. Ребят, ну вы меня извините, но дальше я продолжать пока что реально не хочу, потому что... ну я не знаю. Это значит, все-таки Мойра реально мертва. И я надеялся, что хорошая концовка будет тем, что кат-сцена заканчивается тем, что я беру пистолет. То есть мне же говорили, что если Мойра возьмет пистолет, будет хорошая концовка. И все-таки я надеялся, что хорошая концовка... То, что... Мойра выживает. То есть они встречаются с отцом. Счастье, радость. Но, значит, Наталья реально была права, и Мойра мертва. Ну тогда задаемся вопросом, опять же, логичным вопросом. Почему и как, точнее как, Наталья узнала о смерти Мойры? Сейчас их вот не было. Сейчас втроем, то есть Натальи не было. То есть она чисто физически не могла знать точно, что Мойра мертва. Но при этом описание одной борьбы. Маленькая женщина. Маленькая женщина — это будет про Наталью, как я понял, потому что на обложке там эпизод Наталья. А описание одной борьбы — там, короче, Мойра с бородатым мужиком. Вот. И... Я не знаю как, и я не знаю, ну, может быть. Может быть, она выжила. Я буду на это надеяться, и... Надеюсь, вот в эпизоде за игру с Барри и Натальей узнается, как она выжила. И выжила ли вообще. Или, по крайней мере, ну, может быть, Наталья расскажет, как она узнала, что Клэр выжила, а Мойра... умерла. То есть на этом все, ребят. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. Комментируйте, конечно же. Подписывайтесь на Тимона и Пумбу. И будем надеяться, что Мойра будет жить. С вами был Тимон. Всем удачи, всем пока.